Приветствую вас и ответ на вопрос, нужна ли встреча двухлетнего ребенка с новой девушкой и ее папой, ответ заключается вот в чем. Нужен стимул, точнее даже не так можно сказать, папе нужно познакомить ребенка со своей новой девушкой. Но проблема в том, что ребенок эту девушку просто-напросто не воспримет. То есть он находится не в том возрасте, когда еще может идентифицировать людей, кроме вот вас, его мамы и папы. Он больше, наверное, никого не идентифицирует еще сейчас, так как ему всего 2 года. Соответственно, здесь все упирается в следующее. Вы не написали точно вот совместное времяпровождение, включает в себя и вас или нет. Но если включает в себя и вас, ваше присутствие, то тогда ситуация заключается в следующем. Если вам неприятно находиться с мужем и его новой девушкой, то, естественно, не на плечи это тогда ни вам, ни ребенку. Потому что понятно, что ребенку вы вряд ли оставите она в его возрасте сейчас. И вряд ли вы оставите его с мужем и новой девушкой. Значит, если вам не неприятно, а вы можете, можете пообщаться, то тогда, конечно, можно. Потому что общение папы с ребенком все-таки полезно. И если он хочет, чтобы это общение было его новой девушкой, то это, в принципе, его желание, и оно имеет право на существование. Но тут нужно понимать так. Если вас все устраивает, то есть если у вас нету ярко выраженной негативной реакции на вот эту ситуацию. Если она есть, соответственно, вы будете не в восторге, соответственно, ребенок почувствует ваше настроение и тоже будет не в восторге. Дети маленькие особенно очень хорошо чувствуют настрой родителей. Поэтому исходить нужно из этого. Далее. Вы пишете, нужна ли встреча? Нужна ли встреча, вы не написали кому? Потому что вот вы написали, нужна ли встреча двухлетнего ребенка с новой девушкой папы. Самому ребенку нет. Папа хочет познакомить. Это в папиных интересах. В ваших интересах, опять-таки, это не касается, потому что вам при хороших условиях не будет ни хуже, ни лучше от этого. Но лично ребенку эта встреча не нужна. И вы знаете, принимать решение относительно того, встречаться или нет, нужно исходя из количества положительного и негативного эффекта от данной встречи. Если вы, допустим, своего, если вы отца ребенка знаете, и девушку вы знаете, и отдаете себе отчет в том, что вот при встрече могут произойти какие-нибудь казусы, конфликты и прочее, то, естественно, встреча не нужна. То есть, если возможный негативный эффект превышает, пусть даже и заявленный эффект положительный, то в таком случае встреча не нужна, ее лучше избежать просто потому, что ребенок может получить заряд негативной энергии, который потом может на него повлиять довольно-таки сильно и ощутимо на его уже психику, на его личные качества, на его самоощущение и восприятие. Поэтому думать здесь нужно исключительно о ребенке, если ему что-то угрожает, то лучше встречу все-таки отменить.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста, помогу. Если вам понравился мой ответ, делайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.